В Люберцах прошел 9-й окружной молодежный фестиваль. В этом году местом проведения стал парк «Наташинские пруды». Специально к фестивалю танцевальные и вокальные коллективы городского округа подготовили новые творческие номера. Возраст участников фестиваля от 8 до 35 лет. Жанры, в которых выступили коллективы и сольные исполнители, самые разные. От классической композиции до современных хип-хоп и брейк-данса. Также для желающих были организованы мастер-классы. Там можно было научиться писать картины в технике spray paint. Рисование на холсте баллончиками с краской.